всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, енот, косок, яблочный фликс. Как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем здорово. Привет. Привет. Всем привет. Написали в комментариях, чтобы мы записали рубрику «Прятки. Отель». Ой, карта у нас «Отель». Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А пацаны уже должны и девчонки бежать и прятаться. Я начинаю вас искать. Самого главного места на этой карте – это туалет. Давайте сейчас по улице еще пройдемся. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Тут есть библиотека. Эй, в смысле? Ладно, пацаны, перепрячивайтесь, давайте не будет это считаться, но мне понравилось вас убивать. Так нечестно. Как это нечестно? Честно? А зачем вы стреляли по мне? Я бы вас и не увидел никогда. Динозавр, зачем? Я нашел еще одну нычку, только... Привет, Бульба. Так, я вас слышу, пацаны, приближаюсь. А, тут еще миллион комнат? Тут лифты есть. Лифты не работают. Тут вентиляция. Так, начинаем ускоряться и искать с первого этажа. Вот. Вот тут кто-то был, мне показалось. Убери фицган, он тоже светит. Да, я, кстати, вижу вас это через стены. Все, я иду к вам, готовьтесь. Последние ваши слова, пацаны. Не найдем. Ладно, я пошутил. Да. Я сказал неправду, а это разные вещи. Обмануть, пошутить и сказать неправду. Ты сказал угарнуть. Так, хорошо, давайте второй этаж. Надо пробивать еще кусты, потому что пацаны бывают в горшки залазят. Зря вы стреляете, вас и так набью. Ой, убью. Набью вам лицо. Кстати, вот сейчас кого я убиваю, сразу становится аниматроником. Вы втроем нас убьешь? Нет, еще пока мы вас сейчас найду. Вот! Вот то место, когда я кого-то найду. Кстати, можно я убегать, если вас нашел? Конечно, от меня еще никто не убегал. Да. Чего ты? Не веришь? Давай. Испоганься. Испорт мне настроение. Слышу. Ну блин, ну я его слышу, но не вижу. Я слышу его. Hello. Да? Hello. Hi. Хорошо. В библиотеке никого нету. Сок. Давайте на улице посмотрим. Сок. Ну, не мочи, а? Ну, сок. Вот тут. Стекла можно ломать? Печально. Такая картина здесь прикольная. Придумал, как проиграть мне? Берите двери и будем заминировать входы. Нельзя. Кто сказал? Правила мини запрещены. Хорошо, минируйте, я разрешаю. Вы тогда будете знать, где я нахожусь. Он станет невидимым, я уверен. Фонарики врубайте. Я фонарики ваши вижу через стены. Пацаны, последние ваши слова. Ты врешь. Это не последние слова, это факт. А ты последние слова. Ты не найдешь меня никогда. Найду, я всех находил и тебя найду. Опа! Опа-па! Так, пацаны, я вижу пятна от взрывов. Не кажется ли вам это очень странно? Это не наши. А да. Чье это? Это других. Вот именно. Да мое. Я тут своими делами занимаюсь. Так, фантом первый пошел. Отлично. Его даже не спасло ничего. Я знаю, где ты находишься. Я по ФПС узнаю. Так, подождите, я ж только что видел здесь собаку. В смысле собаку? Ну, собачку маленькую такую, жутичку. Тебе повиделось. Не? А, вот так вы со мной разговариваете. Очень важным аниматроником. Хорошо, давай. А что там важно? Да важный аниматроник. Ты что так я говоришь? Я сейчас тебя убью. Давай, найди меня сначала. Блин, да знаешь, что мне кажется, где ты прячешься? Где? А, здесь есть кусок карты под названием подземелье. Ты там. Я угадал? Нет, не там, ты что? Ой, здесь так прикольно под землей, я перестаю дышать. Да, и найдешь заминированный вход, найдешь и нас. Так, хорошо. Только как мне к вам попасть?
Вы самом-самом низу, где надо прям по лестничке спускаться, там на стенах решетки? Да. Да. Хорошо. Нет, мы не там, то что. А, не? Нет, лестницу еще минируют? В смысле? Блин, дай, блин! Ого, меня убило! Ладно, давай так, чтоб я вас убил, потому что вы сами себя убили, так не считается. Давай, пока 10 секунд, я мочу. Наш взрыв взорвал не вас. Да это вы взорвали, я просто этот, показал, что я видимый. Все, мочи их. Извини, я просто так хотелось убить тебя. Так, кого мы еще не нашли? Мы не нашли енотку. Фантома нашли. Кого не нашли? Ну меня. Да. Дима осталось. Меня. Ого, во сколько. Понял. Пацаны, ускоряемся, активируем все мощности аниматроников. Ты не нашел енотку, меня и Кликса. Так, троих, да, не нашел? Об... А если я вот так вот стану? Я знаю, где вы, я знаю, где я еще не искал, я знаю. Надо очень хорошо обыскать улицу. Так, улица очень маленькая, поэтому тут нема что искать. Давайте здесь еще походим, мне здесь очень нравится. Атмосфера здесь классная. Давайте жопой вылетим. О! Так. А, слышу аниматрониху. Ладно, давайте в самый низ еще спустимся. Че я тебя убить не могу, а могу вызвать туда. Вижу, нет. Вижу все, я прозрел. Не хочу. Так, никого. Никого. Кого нашел? Меня тут нету. Я не могу никого найти, они прячутся очень хорошо. Я нашел одного, но не могу его убить. Это правда. Так, а че табличка отвалилась? А? Пошла отсюда. Так. Возвращаюсь. А куда я возвращаюсь? Так ничего. О, вот это нычка, оказывается. Пацаны, делаем перекличку, кого не нашли? King of Fire. Одного тебя? Меня. Двоих? Да. Так, ну вы, пацаны, я вижу сам. Кого, короче, найдут самого последнего, лучший игрок по пряткам. Бульба, тебя нашли. Так а что да. Меня нашел, как? А как это тебе... нечестно? А как это нечестно? Тебя вообще-то не. Эй. Бульбазавра еще раз убили, на всякий случай, да? Нет, бульбазавр. Да ты невидимый бегал. Я тебя увидел. Вы здесь хорошо искали? Может он где-то тут ныкается? Может тут где-то. Блин, ты хорошо заныкался. Ну как сказать? Ты считерил, скажи честно? Нет. Нет? Дай нам подсказочку, нет. Чтоб мы тебя нашли. Не. Нашел. Нашел в этом месте. В ванне сидели все. Вот молодцы. Красавчик. Я улетаю. Там сюрприз вас ждет. Карта очень красивая. Да, ты находишься. Прощай. Вы что, живые? Я только двоих убила? Да. Как это бомба? Зато убила того, кто ныкался. Вроде бы. Могу сказать, где я ныкался. Давай. Помнишь, где мы в самом начале? Да. Там, короче, есть комната одна. И там есть два дивана. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!